Добрый день. На продажу выставлена арабская кобылка рыжей масти. Родилась 18 февраля 2021 года. Ее отец – серый жеребец арабской чистокровной породы по кличке Эль-Наир Терск от Эль-Фарида и Неветты. Он внук всемирно известного экстерна, национального чемпиона Польши, чемпиона Кубка всех наций, чемпиона Европы, чемпиона мира, бессрочного обладателя Орт Арабиан Хорс Организейшн Трофи, который присваивается лучшей арабской лошади в каждой из стран, членов Всемирной организации арабского коневодства, объединяющей более 60 стран мира. Мать кобылки – рыжая кобыла Гледис от Эликсира и Гекубы. Арабский жеребец Эликсир от Сарказма и Эпики. Скаковые качества Эликсир унаследовал от своего отца Сарказма, победителя в призе имени Буденного, в призе сравнения был вторым. Эликсир в трех стартах на ипподроме занял 3 вторых места в призах для лошадей 2-летнего возраста, в 3 года чемпион России в классе жеребчиков. Неоднократно завоевывал титул резервного чемпиона России и был серебряным медалистом российских национальных чемпионатов. Все его дети сохраняют высокую работоспособность, свойственную линии Корея. Мать Гледис, рыжая кобыла Гекуба от Бахуса и Гарпины, в 2 года испытывалась на Казанском ипподроме из 5 стартов, 2 первых, 2 третьих и 1 5 место. 100% скаковик. Лучшая 2-летняя кобылка Казанского ипподрома 2008 года. Выиграла приз Осенни и Каринки. 3 место в пробном и летнем призах. Ее мать Гарпина, известного скачущего семейства Рида через Руанду, хорошо скакала. При 12 стартах 8 платных мест. Победительница в призе Окс в Большом Краснодарском призе Дерби заняла 2 место. По вопросам покупки обращайтесь по указанному телефону WhatsApp или Telegram. При покупке заключается договор купли-продажи и договор на перевозку до места назначения. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК, все чипированы. На каждую выдается паспорт в НИИ коневодства установленного образца. Мы можем оказать помощь в организации перевозки лошадей во все регионы России, а также в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Мы благодарим вас за просмотры и всего вам доброго!